Всем привет! Сегодня у нас на обзоре демпфер у руля. Предназначен для того, чтобы плавность поворота на мотоцикле была очень плавной и руль не выбивала при резких ударах или переездах препятствий. Демпфер имеет 6 положений регулировки от слабенького до самого мощного. Накручивается вот здесь, вот этой кругляшкой. Также есть держатель для крепления на вилку, выполнен в черном цвете. И второе крепление тоже под болт. Всем спасибо за просмотр.